Новая эра российского телевидения постепенно проникает в квартиры жителей нашей страны. Что такое цифровое качество телесигнала? Об этом уже знают жители 8 российских регионов. Еще 20, в том числе и Смоленская область, перейдут на цифровое вещание в ближайшие месяцы этого года. Основное техническое новшество заключается в способе передачи телевизионного сигнала и сопутствующем оборудовании. Разница примерно такая же, как между виниловой пластинкой и компакт-диском. Новшество позволяет наслаждаться более качественным изображением и звуком. Рябь, шипение, пение, помехи в скором времени окончательно уйдут в прошлое. Теперь только картинка в высоком качестве и чистый звук. Для подключения к цифровому телевидению обычно достаточно десятиметровой антенны. Есть нюанс в технике, но для абонентов кабельной сети Десна ТВ все остается как раньше. То есть докупать ничего не придется. Все ваши телевизионные приемники будут принимать те же каналы, которые вы просматриваете и сейчас. Приобретение каких-либо дополнительных приставок, ресиверов для просмотра каналов не требуется. Цифровое эфирное вещание пока доступно не на всей территории Смоленской области. Сигнал не работает в Ершичском, Угранском и Тёмкинском районах. Эти населенные пункты появятся на карте цифрового телевещания через некоторое время. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.